Итак, добрый день, дорогие друзья. Сделал себе приспособу, так называемый шорник. Потому что все мастера, которые делают ножи, сталкиваются с тем, что нужно шить ножны. Вот. И вот эта приспособа, на мой взгляд, существенно, как говорится, упрощает в момент прошития ножен. Хотя мастера, я так думаю, что могут обходиться и без него. Шьют достаточно высочайшего класса ножны и все остальное. Но мне, я так думаю, что удобнее будет пока работать с ним, так как я, как говорится, начинающий. Вот. И поэтому вчера быстро в мастерской, буквально за полчаса, собрал вот этот шорник. Что нам для этого надо? То есть я нашел доску, попилил ее на три части. То есть одна часть — это основа, на которой крепится. Две части вертикальная, одна прикручена к бруску наглухо, неподвижная. Вторая часть на петле, которая подвижная, которая зажимается вот этим болтом. То есть вырезаем основание, снизу прикручиваем брусок. В данном случае у меня 40 на 40 и на 100, потому что ширина доски всего 100 мм. Прикручиваем сюда на две крепежные губки, не знаю, как они правильно называются. Можно поставить две фанерки. Также прикручиваем здесь шурупами. Потом наклеиваем кожу. Снимаем вот этот радиус, чтобы он смотрелся хорошо. Сверлим двойное, складываем их пополам. Ну, соединяем вместе. Сверлим отверстие. Неважно, 6-8 мм, какое найдете. Одна у нас подвижная. Ставим обычную дверную петлю. И все. То есть собрали ножны, склеили, просверлили отверстие и начинаем. Поставили и начинаем шить. То есть я делал именно вот такой высоты. Здесь 230 мм, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, соврал. 270 мм. Высота вот этих зажимных губок. Вот, не знаю, правильно я сделал, неправильно, мало ли, мало, но я делал для того, чтобы можно было струбциной прикрутить к столу. Вот, либо поставить его на табуретку, зажать ногами и шить. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это если взять кожу. 10 наименований плюс шурупы. Из 10 частей собирается вот такой шорник, который, думаю, будет удобнее им шить, нежели сидеть там руками, зажимать в тисках, либо еще что-нибудь. Но, так как я начинающий, я решил для себя немного упростить этот процесс пошива ножен, чтобы, как говорится, руки поставить правильно, чтобы нигде ничего не перекручивалось. То есть пока использовать при изготовлении ножен шорник. Так что берите на заметку, делается это все очень быстро, можно сделать с фанеры, с доски, без разницы с какой. Этот, то есть делается быстро, шуруповерт, сверло, пила, вот и все, больше ничего не надо. На этом все, всего доброго, пока-пока.